Торжественная церемония спецгашения почтовых выпусков в серии «Великие русские путешественники» прошла в МГУ имени Невельского. На этот раз гасили карточки с изображением контр-адмирала, первооткрывателя Геннадия Невельского и первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой. Карточки проштамповали специальным штемпелем. Теперь они имеют особую филателистическую и музейную ценность. Спецгашение практикуют в мире с 1862 года. Автором всероссийского просветительского проекта «Поственче. Почтовые приключения под призмой филотуризма» стал исследователь Валерий Сушков.